Ровное, качественное асфальтное покрытие дорог – немаловажный фактор, обеспечивающий безопасное и комфортное движение. Водители, пассажиры и пешеходы в первую очередь обращают внимание на состояние дорог и тротуаров. Сегодня в Керчи ведутся работы по ремонту дорог и автострад. Ответственность за эту работу лежит на Керченском управлении коммунального хозяйства. Именно этим управлением распределяются средства на реконструкцию дорог, проводится организация всех необходимых работ. Сейчас ремонтируются проездные дороги по улицам Чкалова, Ворошилова, Орджоникидзе, Горького, Войкова, Сморжевского. У нас ремонтные работы по текущему ремонту дорог начались в начале апреля, 3 числа. Начались они с улицы Кирова. Потом плавно перешли на Адмиралтейский проезд, улицу Сверлова, в Ворошиловское кольцо мы тоже там частично сделали ремонт. На сегодняшний день уже порядка 400 квадратных метров асфальтобетонного покрытия восстановлено. Но, как мы все видим, проблем еще очень много после такой зимы, которая была в этом году у нас с аномальными морозами и с огромным количеством осадков. Поэтому будут продолжаться эти работы и в дальнейшем. Погодные условия на сегодняшний день уже позволяют. Единственное, что нас тормозит на сегодняшний день, это постановление Кабинета министров, согласно которого все перечни дорог, подлежащих даже текущему ремонту, должны быть согласованы Советом министров Крыма. Мы на праве составили перечни с объемами, с денежными средствами, которые нужны на это все проведение. Так как эти работы финансируются из бюджета Крыма, нам необходимо провести все согласования. Это постановление вступило в силу со 2 апреля. Вот, и уже начала как бы работать. По словам Дениса Рязанцева, заместителя начальника УЖКХ Керчи, на ближайшее время запланированы работы по ремонту дорог и восстановлению асфальтного покрытия в районе улиц Советской, Карла Маркса, Ульяновых, Гагарина, Шлагбаумской. В общей сложности, с учетом капитального ремонта и с учетом текущего ремонта, ожидается поступление субвенций из бюджета Крыма в размере более 3 миллионов гривен. Предположительно, работы по ремонту керченских дорог должны завершиться до майских праздников. Юлия Котлер, Евгений Пухкало, Новости дня.